Здравствуйте, привет всем, наши родные, наши дорогие подписчики. Мы сегодня с Денисом празднуем в сауне 100 тысяч подписчиков на Инстаграме. Но это вы глядите на канале Руслан Тисмен ПТ, да? На ПТ. А так это на Инстаграме 100 тысяч подписчиков, уже 101 тысяча. И мы с Денисом... Уже 102 лохфруда, мы, короче, едем. Тут, короче, маска такая, вот. Эту парилку, короче, проверим. Мы ее проверим. Тут как проверять-то ее? Тут горячая. О, тут танцевать можно. Ой, все, потанцевать можно, пошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут потанцевать можно. Знаете, вот в фильмах вот так вот идут на камеру, знаешь, вот они? И танцуют. Помнишь такой фильм? Да, ну там особенно эти фильмы, которые все время тренируются. Ну, помнишь? Там на камеру. О, идет. Вот, короче, тут бассейн есть. Но я в бассейн не смогу залезть, потому что я утону. И потом Денис меня в них заменяет. Что, меня снимите, да? А потому что Денис будет заменять меня. Нет, нет. Если я утону. Не надо. Меня снимите, да, как я плаваю? Ну, конечно, давай. То нет, ты в этом, в одеяле. Нет, у меня нельзя. Меня утону. Мы еще здесь снимемся. Я сюда. Это потом. Радости, удачи, счастья.